Уважаемые жители Щелковского района, дорогие наши избиратели, 9 сентября 2018 года состоятся выборы губернатора Московской области. Это знаменательный день для всего нашего региона и Щелковского района в частности. Призываю вас проявить гражданскую активность, прийти на избирательные участки, которых у нас на этих выборах 126. Они приближены к вам, к избирателям. В настоящее время действует программа «Мобильный избиратель», которая позволяет любому жителю Московской области открепиться от того избирательного участка, на котором он зарегистрирован по месту жительства, и прикрепиться к любому удобному избирательному участку, на котором он будет находиться в день голосования 9 сентября 2018 года. Выборы – это очень важная часть нашей жизни. За ней следит как международная общественность, так и жители всей Российской Федерации. От высокой явки на выборах зависит дальнейшее развитие того или иного муниципального образования, того или иного района и области в целом. Поэтому приглашаю вас принять участие в выборах, которые состоятся 9 сентября текущего года, прийти на удобный для вас избирательный участок, отдать свой голос за понравившегося вам кандидата. Напоминаю, что избирательные участки откроют свои двери в 8 утра и закончат работу в 20:00 9 сентября. Уважаемые щелковцы, я уверен, что вы любите родной район, свою малую родину. 9 сентября приходите на избирательные участки, отдайте свой голос за понравившегося кандидата. Это очень важно для всех нас.